Граждане России могут отправиться в Азербайджан только воздушным или морским путем. Сухопутная граница, то есть пункт пропуска Ярак-Кызмаляр, работает с некоторыми ограничениями. Подробнее об этих ограничениях в нашем следующем сюжете. Пропуск для граждан России для въезда на родину осуществляется без ограничений. А что касается выезда из страны, то здесь движение временно ограничено. Чтобы пересечь границу, нужны основания. Их прописали в распоряжении российского правительства. О временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации. Выезд граждан конкретно Азербайджанской республики из территории Российской Федерации не ограничен. То есть они пропускаются без ограничения. Но на сегодняшний день азербайджанской стороной установлены ограничения, и пропуск граждан Азербайджанской республики осуществляется только в определенные даты по согласованию с азербайджанской стороной. Въезд в Россию для иностранных граждан остается ограничен, однако и здесь есть исключение, то есть у людей должны быть основания для въезда. Так, за последние двое суток пункт пропуска Ярак-Кызмаляр прошли более 250 граждан Азербайджана. Здесь на месте их предварительно осмотрели сотрудники Роспотребнадзора. Ни граждан России мы не пропускаем, только в исключительных случаях, если они едут на лечение, их пропускают в исключительных случаях. У нас есть определенный режим пропуска, мы замеряем температуру и после этого уже даем им анкету, для того, чтобы они сдали как раз таки эти анализы два раза. И после этих анализов уже выясняется, он болен ковидом, либо нет. Без ограничений на российско-азербайджанской границе сейчас работает пункт пропуска для грузовых транспортных средств. В день здесь могут проехать 300 грузовиков. После завершения реконструкции автомобильного пункта Ярак-Кызмаляр пропускная способность будет увеличена более чем в два раза. Наталья Ханбабаева, Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ. Магарымкентский район.